Упражнение для мышц спины. Тренируем широчайшие. Выполняем на блоке сверху широким хватом. Тяга осуществляется к груди. При этом сидеть нужно почти вертикально. Тянуть гриф под подбородок. При движении вверх – вдох, при движении вниз – выдох. Обратите внимание, что при работе на этом тренажере активно двигаются плечи вверх и вниз. Одна из ошибок – помощь телом, когда вы падаете вместе с тренажером. Еще один вариант неправильного исполнения – опускание грифа перед собой. И еще раз правильное выполнение движения. Тело закреплено почти вертикально, двигаются плечи и кисти рук. При движении вниз – выдох, при движении вверх – вдох.